Ежегодно 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. На официальном уровне он проходит уже в 9-й раз. Указ об учреждении такого дня подписал президент России Владимир Путин в 2013 году. В рамках данного мероприятия учащиеся Березовской средней общеобразовательной школы встретились с депутатом Думы Березовского района. Сегодня я побывала в гостях в Березовской средней школе и встретилась с ребятами, с 11-классниками, с выпускниками. Я рассказала немного истории и, конечно же, в конце нашей встречи мы провели викторину на те вопросы, над которыми мы сегодня работали. Вопросы были самые взрослые, не детские. Вопросы про то, как мы живем, про спорт, как мы отдыхаем, про нашу культуру. Да? Сегодня вот 11-классники задумались о том, а куда же я дальше пойду, куда я пойду дальше учиться, чему я посвящу свою жизнь. И я надеюсь, что ребята, пусть немногие, но благодаря сегодняшней нашей встрече вернутся и будут работать и продолжать жизнь Березовского района. Для учеников старших классов была проведена краткая лекция, логичным продолжением которой стала викторина. Во время викторины ученики показали свои знания о местном самоуправлении. И за правильные ответы ребята получили памятные призы. Очень понравилось это мероприятие, потому что обычно для нас люди, которые работают в Госдуме и, в принципе, в администрации, это какие-то отдаленные от обычного народа люди. И когда ты можешь напрямую задать вопрос, когда ты можешь уточнить те темы, которые тебя действительно волнуют, когда ты можешь пообщаться с ними на равных, это, конечно, очень интересно, интересный опыт. И начинаешь задумываться, а может пойти работать в администрацию или, может быть, продолжить свою будущую карьеру где-то в этой сфере. В конце встречи специальный подарок от местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» получил Левицкий Никита за активное участие в волонтерском движении во время пандемии. Яна Бурим, Олег Оносов, АТВ «Березово». Репортажи АТВ «Березово» размещены в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал YouTube, смотрите наши новости в эфире телеканала «Ямал-регион».